В рамках областной олимпиады по избирательному законодательству состоялось подведение итогов лыжной эстафеты под лозунгом «Подмосковье выбирает». Принявшие участие в акции пронесли по всем муниципальным районам и городским округам Подмосковья символические избирательные бюллетени, в которых они выразили свою готовность принять участие в главных выборах страны – выборах президента Российской Федерации. В мероприятии также принимали участие школьники из образовательных учреждений города Видное. Для меня это крайне важно. Я с удовольствием участвую в таких мероприятиях, потому что понимаю, что на кону будущее нашей великой страны. Главная цель эстафеты – привлечь интерес и повысить активность избирателей. Старт был дан 1 февраля, а финишировали спортсмены вчера в нашем родном Ленинском районе. И сегодня в Доме правительства Московской области состоялась передача символических бюллетеней «Подмосковье выбирает» председателю избирательной комиссии региона Ирине Коноваловой. Хранится в музее избирательной комиссии Московской области. Нам есть чем гордиться. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на 6-летний срок.